Ну, с днем рождения, Надежда Сергеевна. Настя, вставай. Настя, нас ждут великие дела. А я сторонница теории малых дел. Завтрак через 10 минут. Настя! Знаю, знаю. Обед в холодильнике. К ужину не жди, не горбись. Уроки проверит отец. Молодец. Мам, с днем рождения. Надо же, не забыла, спасибо. Мне же еще не 80 лет. На память пока не жалуюсь. Какая прелесть. Ох. А это что такое? Это бусики. Между прочим, сама делала. Надеюсь, ты сегодня порадуешь нас своим присутствием. Мам, опять? Ну, хотя снова. Что такого в моей просьбе? Будут все свои. И что я там буду делать среди этих стариканов, а? Спасибо. Но мне всего 39. Ой, мам, давай лучше потом сами отпразднуем. Ну, где-нибудь на даче. Я вот смотрю, ты опять не позавтракал. А, ну расскажи за обедом. А за обедом опять будет некогда. Ну ты посмотри на себя. Ты же зеленого цвета. Зеленый цвет надежды. Простите, Надежда Сергеевна. Ой, вот вырастешь и поймешь, каково это... Отвечает за семью и за целый коллектив. Да сдался мне этот коллектив. Я лучше художницей буду. Когда я была маленькая, я тоже обижалась на свою маму. Потом все стало на свои места. Где я? И где потом? Ладно, пока, до вечера. Привет. Ой, здравствуй, не знаю, как облагодарить-то тебя. Мальчик, 3700. Ой, поздравляю. С такими сложными родами, что если бы ты нас в больнице не устроила в эту, я не знаю, что было бы. Век Бога за тебя молить будем. Ой, да брось ты, знаешь, ей судьба была к хорошему врачу попасть. Хороший это. Хороший отец хороших людей приходит. Пропустите меня, пожалуйста. Пропуск покажите, пожалуйста. Зачем? Меня не узнаете? Да я первый день работаю, еще никого не знаю. Моя фамилия Степанцова. Моя подпись стоит под приказом. Вот у вас здесь лежит. Ну и там черным по белому написано, без пропуска не пускать. Если вы, это вы должны уволить солдата, который вас без пропуска пустил. Какого солдата? Это я на гражданке недавно, не привык еще. Да, я на месте. Не могу войти в офис. Какой-то сапог требует у меня пропуск. Вызови начальника охраны. Надежда Сергеевна, проходи, пожалуйста. Откуда взяли этого солдафона? Вы не показываете новым сотрудникам фотографии руководителя компании? Что за бардак? Разберитесь. Обязательно разберемся. Доброе утро. Ой, Надежда Сергеевна, поздравляю. Спасибо. Вы уж простите его, дорогая, он первый день на работе. Спасибо. Свету не сделай кофе? Ага, не в духе. Да ее вахтер не пускал. Угу. Надежда Сергеевна, кофе сейчас будет. Собери всех заместителей. Хорошо. Таким образом, мы планируем во втором полугодии увеличить сбыт в этой товарной категории на 15%. Пожалуйста, изучите представленные материалы. Спасибо.
Вадим, зачем у нас таким пузом на работу ходит? Оформи ей декрет. Там какой декрет? Что я могу сделать? На ней квартальный отчет висит. Она может и дома работать. Чего ты человека мучаешь? Выпиши ей премию. Пускай сидит. В конце концов, есть электронная почта. Ты прям как нянька. Если бы ты о них заботился, я бы с ним не нянчилась. Ну? Привет. Только моя жена может опоздать на собственный день рождения. Вот я боялся из командировки не успеть, торопился, но вот он я. Здесь как штык и голодный, как волк. Прошу прощения, подвели поставщики. Пришлось провести встречу. Не понял, а чего ты мне сразу не перезвонила? А то как даже неудобно, тут сидим, кушаем, понимаешь, а ты там отдуваешься. Ну, ерунда. А где Настя, почему не звонит? В киношке, наверное. Штрафной именинница. Это правильно. Надюша, это тебе от нас 100 лей. Ой. Будь счастлива, жри толка. Да. Какая прелесть. Наверное, дорого. Ну, что может быть дороже друзей? Поздравляю, Надюш. Будь здорова, любима. Спасибо. Сереж. Даже вечером покоя не дают. Ну, дорогие мои, мы вместе уже 30 лет. Столько не живут. И я вообще очень счастлива, что иду по жизни с друзьями, и мы знаем друг друга со школы. Самое главное, умеем радоваться победам друг друга, поддерживать друг друга в трудную минуту. За вас, мои дорогие. За моих друзей. Лучше не скажешь, ура! Чтоб дети росли, и мы не старели. Надь, ты вообще куда-нибудь хоть изредка ходишь? Куда, Соня? В кино, в театр, в музей? В библиотеку. Я не об этом говорю. В бассейн, к косметологу, в спа. Думаешь, пора? Пора. Давно пора. Старая стала, да? Нет, ты не старая. Ты красивая. Но ты усталая. У тебя загнанный вид. Саня, я такое чувство, как будто они от меня отдаляются. Кто? Сережа, Настя. Я все для них. Все для семьи, для дома. Вот и я сам, понимаете? А я сразу сказал. Всем добрый вечер. О, заклятый привет. Друг. Здравствуй, Кость. Поздравляю. Спасибо. Добрый вечер. Привет. Добрый вечер. Здорово. Здравствуйте. Присаживайся. Нет, нет, спасибо. Но не поздравить тебя не мог, и потом у меня для тебя подарок. Какой? Предложение, от которого нельзя отказаться. Так, ты хочешь продать мне свой бизнес? Нет, нет. Я даже не хочу купить твой. Но я предлагаю объединить наши компании. И вместе мы похороним всех конкурентов. Ого. Интересно. Как ты еще не готова, но... Да, да, я понимаю. Ты одинокая волчица, перегрызла горло судьбе и ни с кем не хочешь делиться своей добычей. Но ты хороший бизнесмен, Надь. Пожалуйста, подумай. Почитай проект договора и не торопись с ответом, хорошо? Договорились. В любом случае, рад был тебя увидеть. Всем хорошего вечера, всего доброго. Давай. До свидания. Спасибо. Спасибо. Поставьте это вот, пожалуйста. Ну и что ты думаешь? А ты? Да, предложение-то, конечно, заманчивое. Но только надо все тщательно проверить. Это ж жук, Надюш. Он может подложить любую бомбу. Угу. Да? А что думает мой муж? А? Ну, что он думает? Все равно последнее слово за тобой. Как решишь, так и будет. Угу. Ну что, выпьем? Да. Давайте. За тебя. Спасибо. Боже мой, до сих пор нет.
Она смс-ку мне прислала. Будет поздно, ее мальчик проводит. Какой мальчик? Ей 16 лет. Вообще-то ей уже 17. Она в театре. Ты говорил в кино? Я не говорил, а предполагал. Почему она мне не позвонила? Ну, она позвонила мне. Ты ведь у нас все время занята. Кто-то же должен заниматься воспитанием дочери. Ух ты. Послушай, твои клиенты когда-нибудь оставят нас в покое? Они не могут успокоиться целые сутки. Это Гуляев. У него проблемы с таможней. Ты же знаешь Гуляева. Когда у него проблемы, он начинает звонить мне и нервничает. Вот поэтому и пишет отчеты по ночам. Родители, я дома. Ты где была? Так, родители, наконец нагуляли с друзьями в ресторане и пришли домой ругаться с дочерью? Похвально. Значит так, завтра мы едем на дачу всей семьей. Мы семья или соседи по общежитию? Мам, ты чё? Ну у меня же занятия. Давай хотя бы выходные. С каких пор тебя стали волновать занятия? У тебя занятия, у папы Гуляев. С клиентами, с таможней. А я что, ничего? Я вообще кому-нибудь нужна в этом доме? Пап, что это с ней? Слушай, да уступи ты ей. Тем более, действительно, давно на даче не были. Клиенты? Что? Или Гуляев? Угу. Что угу? Ты хоть иногда меня слышишь? Иногда я тебя слышу. А ты хоть иногда меня замечаешь? Замечаю. Поэтому я везу вас всех на дачу. Поговорить по душам. Мы же всегда понимали друг друга. Мам, ты чё? Да что ж такое-то? Такое чувство, как будто одна. Совсем одна. Просто руки опускаются. Мам, что ты бухтишь? Мы скоро уже приедем. Дача, шашлык, все как ты хотела. Я хотела, чтобы то, чем я занимаюсь, было кому-то нужно. Днем и ночью, как белка в колесе. Господи, как бы я хотела вырваться из этого круга и остаться одна. Совсем одна. В аварию. Где Настя и Сережа? Их похоронили.
почему меня не подождали? Ты была в коме 3 недели. Мы даже не знали, очнешься ли ты. Ты поправишься. Это я тебе как врач обещаю. Надя! Надя, тихо. Все, успокойся. Оля! Быстро укол! Тихо. Аккуратно. Во. Левую, правую. Ты смотри, разогналась. Сильно не гони. Аккуратненько. Ну вот, молодец же. Молодец. А то врачи нам говорили, ходить не будет. Не будет. Будет ходить. Будешь ты ходить. Все нормально. Так, давай. Тихо. Толик вообще говорит, что ты очень быстро идешь на поправку. И действительно это так. Ну, так, молодец. Так, конечно. Так. Ага. Вот. Скоро вообще летать будешь, как раньше летала? Извини, я сама. Почти в норме, так что через недельку мы тебя выпишем. Будем думать, что нам дальше делать, как тебя восстанавливать. Зачем? Надо возвращаться к жизни. Надо думать, что будет. Ничего не будет. Хочу к ним. К Сереже, к Насте. Я тебе помогу раздеться. Нет. Я в другой комнате побуду. Да нет, я хочу остаться одна. Ты не волнуйся, я с тобой ничего не сделаю. Мне просто поговорить с ними надо. Thank you.
Да. Нормально. А что мне надо сделать? Вымыть окна. Платежки. Сережа в компьютере. Хорошо. Хочешь вернуть меня к работе? Не мытьем, так катанием. Я затрудняюсь тебе ответить, потому что я ему подобных вопросов не задавал, да и он мне ничего не рассказывал. Но у нас, что ли, мужиков так не принят? Он собирался нас бросить. Я не знаю, мне такого не говорил. Да, в общем-то, какая разница, сама виновата. Да ты-то тут при чем? Объясни мне, при чем здесь ты? Мужа я видела редко. А дочь только за завтраком. Да и то между нами всегда был компьютер. Мне кажется, что ты сейчас делаешь поспешные и неправильные выводы. Я решила оставить тебя на хозяйстве. Не понял, в каком смысле? Я вроде бы и так на хозяйстве. Оформлю тебе генеральную доверенность. Ты заслужил, я тебе доверяю. У тебя есть силы и здоровые амбиции. Надюш, пожалуйста. Я тебя очень прошу, ты сейчас успокойся. Пройдет время, все нормализуется, и у тебя по-любому начнется новая жизнь. Мне бы со старой разобраться. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Кто родился? Мальчик. Сколько? 3650. Как назвала? Сережей. У меня Настя родилась мелкая, 3200. Потом как начала расти да набирать. Я вам сочувствую. Тебе нужно что-нибудь с ребенком? В каком смысле? В смысле материальном. Нет, спасибо. Сережа успел о нас позаботиться. Вы меня теперь уволите? Нет. Видно, не умею я прощать. Даже саму себя. Учись, коль не умеешь.
Бог простит. Ты же этого не хотела? Я хотела, чтобы моя семья была счастлива. Хотела дочь любить. Вечно ее воспитывала. Мужа любить хотела. Не обращала на него внимания. Хотела сказать им, как я вас люблю. А сказала, хочу остаться одна. Чем же я-то могу помочь? Благослови меня, батюшка, в монастырь. Ты, Надежда, еще в миру не все свои дела сделала. Христовой невестой становится не от горя, а от радости. Смирения тебе не хватает. Вот что. Приезжай-ка ты через год. А там, глядишь, ответы сыщутся. Спасибо, батюшка. Надюш, ну ты чё ж делаешь-то? Исчезаешь, убегаешь, он все волнуются. Соня мне сказала, что вообще в монастырь собралась, что с батюшкой разговаривал. Не благословил он меня в монастырь. Там я никому не нужна. Послушай, ты мне нужна. Ты всему нашему коллективу нужна. Вадик, ты для чего работаешь? Ну как? Для того, чтобы деньги были, и я дом достраиваю. Ну потом финансы, они же свободу дают, ты это знаешь. У меня вот есть и квартира, и дом. Зачем мне все это? Я только одно знаю. Когда очень больно и плохо, помогает работа. Я раньше-то понимала, для чего работаю. Но вот теперь... Пожалуйста, я тебя о чем прошу, не говори мне таких вещей. Потому что это неправда. Ты ведь без работы не можешь. Ты приезжала раньше всех, уезжала позже всех. Ты придумала этот бизнес, ты собрала людей, ты запустила всю эту машину. И самое главное, тобой уже сделано. Теперь можно будет приезжать часам в 12, уезжать часов в 5 вечера, ну? Как там в офисе? Да отлично все в офисе. Надо было мне раньше отойти в сторону. Ты совсем справляешься. Может, это все было по-другому. Так, вот что, поехали-ка. Останови. Пойдем. Да? Я не хочу идти домой. Не могу. Каждый день просыпаюсь с мыслью, что надо будет Настю. Когда понимаю, хочется закрыть глаза и не проснуться. Послушай, Надюш, если ты хочешь, ты можешь пожить у меня. У меня две комнаты свободны, любое в твоем распоряжении. Отвези меня к маме. К маме на квартиру. Угу. Ты же хотела у нее ремонт сделать. Не хочу никакой ремонт. Хочу, как тогда все было. Когда я была одна. Когда никого не было. И ничего не было. Никогда не будет. Я есть. Спасибо, я ценю. Thank you.
Спасибо, Вадик, ты иди. Да не за что. Знаете, если нужно, я могу остаться. Нет, езжай, спасибо. Дачу возьмите. Спасибо. Надя. Степанцова. Вера Ивановна. Вера Ивановна. А когда-то я была для тебя просто тетя Вера. Сколько лет прошло? Ты, говорят, теперь уже совсем деловая женщина. Ну, рассказывай, как семья? Сережа, все такой же красавец. Я его тысячи лет тоже не видела. А Настенька? Совсем большая девочка, да? Ну, на кого больше похожа, на тебя или на Сережу? Надя, что с тобой? Тетя Вера, как бы я хотела вернуть все назад. Надя, не раскисай. Не надо. А может, поплачь? Полегчает. У меня все осталось там. Прошлого не вернуть. Ничего впереди. Но надо снова научиться жить. Как жить? Что делать? Книжки читать? Чего? Ну, почему мы... Нет, почему не книжки? И книжки я тоже всегда любила читать. Но... Сейчас таких, как ты, нету. Чтобы сразу после школы и после уроков в библиотеку и целый день за книжками. Мне здесь так было хорошо. Ой, сейчас совсем другие времена. Ты знаешь, я даже не могу набрать сотрудников в библиотеку. Я же теперь не просто так, я же теперь заведующая библиотекой. Так вот, кто пойдет? Ну, кто пойдет на эту нищенскую зарплату? Ну, меньше, чем уборщица. Давайте я пойду. Ты? Вы же нам сказали, надо что-то делать. Ну, ты что ж, тебе нечего делать, что ли? А бизнес твой? Я не хочу. Ну, ты же сама говорила, что работу надо искать с прицелом. Сбился прицел. Здравствуйте. Здрасте.
Все мужики сволочи. Откуда вы знаете? Любишь книги? Чай хочешь? Красивая фенечка. Чай будешь пить? Привет. Привет. Большая у тебя библиотека, я смотрю, книг, наверное, много. Ты что здесь делаешь? Ну как, что я здесь делаю? Ты же меня учила, что руководитель должен быть в курсе жизни своих сотрудников. А ты у нас не просто сотрудник, а глава компании. Поэтому вот, трясу отчеты. Надеюсь, там все в порядке? Да там все отлично, Надя. Поехали поужинаем. М? Поехали. Садись. Аккуратно. Так. Какую кухню сегодня предпочитаете, сударыня? Мне все равно. Все, понял. Тогда на мой выбор. Спасибо. Спасибо. Знаешь, в юности я мечтала ходить по ресторану, денег не было. А вот теперь это не имеет значения. Что, Сережа тебя никогда не водил по ресторану? У него тоже денег не было. Помнишь, мы учились на первом курсе, умерла его мама. Я штопала ему носки. Тогда очень поддерживал меня. Очень верил. И для меня это было так важно. Надюш, тебе сейчас есть кому поддерживать. Вадик, спасибо тебе, ты настоящий друг. Не за что. Может быть, тебе все-таки вернуться на работу? У меня есть работа. Да у тебя и деньги есть. Я не об этом сейчас с тобой разговариваю. Тебе просто необходимо за кого-то отвечать. Надежда Сергеевна, здравствуйте. Ну, привет, Наташ. А я пирожное принесла. Чай будем пить? Ну, чай так чай. А мне поговорить не с кем. Мама только в город уехала к отчиму жить. Меня к бабке сплавила. Да и в школе новеньких не любит. Да главное, не жалей себя. Ну, вы, конечно, себя не жалеете, Надежда Сергеевна. Да? Ну, да. Иногда советуешь то, чего не можешь делать сам. Взрослые только этим и занимаются. Хорошо, что между нами нет компьютера. М? Ты ешь. Год прошел, как один день. Да, иногда кажется, как один день.
Иногда как несколько лет. Ладно, я тебе еще летом сказал, займись ремонтом. Отвлечешься, ну хотя бы как-то переключишься. Все же лучше, чем книжки читать, правильно? Вадик прав. Возвращайся в коллектив. Ну как мы без тебя? Хотя Толь против. Надюша, молодец. И продолжай в том же духе. Офис для нее тюрьма. Надо шире смотреть на вещи и делать необдуманные поступки. Необдуманные. Для тебя сейчас это самое правильное. Это я тебе как доктор говорю. Ох, не знаю, не знаю. Да, Толь, ты прав. Слушай, ты хотел спросить, а как Леночка? Вернулась на работу? Нет, за границу уехала. Зачем? Да бог его знает. Может, личную жизнь поехала устраивать. А ребенок? Здесь остался. Как ты здесь с кем? Матери сбагрила. Нормально. Ну что, молодец. Угу. Молодец. Извините. Людмила Петровна? Ну. Здравствуйте. А ты кто? А я? Я из отдела по защите прав детей. Кого собираемся защищать? Нам известно, что у вас живет ваш внук. Забрали внука. Кто забрал? Ванька. Муж бывший. Поэтому нахожусь в перманентной депрессии. Представляешь, всю молодость ему отдала. Здоровье через это потеряла. Тело молодое забрал. А теперь внука. Скотина. Где живет ваш бывший? Здравствуйте. Здравствуйте. А я еще Иван Васильевич. Ага, он вот-вот придет. Я сама его жду. А это... А это внучок Иванович. Я вообще с ним днем вожусь. А у нас дедушка памперсы забыл, так вот в магазин побежал. Скоро вернется. А я к дочери на день рождения собираюсь. А может, вы пройдете, чайку попьем и подождем вместе? Да. Ой, жена-то у него пила, да погуливала. Вот чуть-чуть зато и развелись. А потом вдруг случилось, дочка ей ребенка скинула. С отцом-то она не разговаривает. Почему? Строгий у нас Иван Васильевич. Хочет, чтобы все по его правилам было. А кто сегодня по правилам-то живет? А? Он, пожал. Ну что, как, Сережка? Да все хорошо. У нас гость. Что за гость? Здравствуйте. А вы что тут делаете? А мы раз знакомы? Я к Сереже пойду. Конечно, вы меня даже не помните. Простите, откуда вы меня знаете? Трудно забыть человека, который тебя в первый же день уволил с работы. Это вы. Я не знала. Ладно. Выходное пособие принесли? Именно выходное пособие. Чего вы из меня дурака-то делаете? Мы можем поговорить? Мы говорим. Дело в том, что ваш внук сын моего мужа.
простите, поесть не успел. Давайте я помогу вам. Ничего себе. А где вы сейчас работаете? Я в службе спасения. Интересно, наверное. Нормально. Кошек с деревьев снимаем. Знаете, она ведь практически без отца жила. Я в постоянных командировках, служба. Поэтому ничего мне не рассказывала. Типа не моего ума это дело. Неправильная жизнь какая-то. А вы своего простили? Что мне остается? Это с работы. Да. Не, Андрюш, не могу. Ребенка не с кем оставить, соседка уехала. Почему не с кем? Я могу. Я могу. Сережка, ты Сережа. Твоего папу тоже звали Сережа. Он был самым прекрасным. Самым замечательным и добрым. Самым красивым. Да? Конечно, он делал ошибки, кто их не делает. Ох, как мы встаем. Как мы встаем на ножки. Да? Ты тоже вырастешь. Будешь самым красивым, самым добрым. Самым замечательным мальчиком. Да. Да. Все тебя будут любить. И ты всех будешь любить. Да? Давай спать, а? Ну что? Пора спать нам, да? Капризушка. Куда? Куда? Куда ты хочешь? Смотри, какие у меня есть бусики. Смотри. Одна девочка подарила мне эти бусики. Доброе утро. Доброе. На, Надежда Сергеевна, я смотрю, вы тут прибрались. Это лишнее. Я сам справлюсь. Извините, просто чувствую себя виноватой. Мой Васильевич, у меня к вам деловое предложение. Давайте забудем, что я кричала на вас, уволила когда-то. Давайте сделаем вид, как будто мы только вчера познакомились. Серега, что скажешь? Договорились? Ну вот отлично, давайте завтрак приготовлю. Нет уж, завтрак я приготовлю сам. Тут... открылся неплохой магазин неподалеку. Я кое-что купил. Да, да, да. На ручки. На ручки пойдешь ко мне? Пойдешь ко мне на ручки? Пойдешь. Пойдешь ко мне на ручки, да? Я тебя не осуждаю.
Все сейчас в такой ситуации. Просто что она одна с ребенком делать будет? Пусть устраивает свою жизнь. Так вы что, с ней совсем не общаетесь? Знаете, сказал ей сгоряча все, что о ней думаю. Понятно. Трудно ведь представить, что твой ребенок живет не по твоим правилам. Да. Знаете, еще труднее, когда думаешь, что живешь человеком по одним правилам, а он, оказывается, живет совсем по другим. Похоже, мы товарищи по несчастью. Или по счастью. Надя! Привет. Привет. Ты ко мне? Ну, конечно, кому же еще? Зачем? А ты же знаешь, я тебя решил пригласить в кино. В кино? Ты что, никогда не была в кино? Была, Сережа, 3 года назад. Так он с Настей обычно ходил. Надюш, послушай, это... Все было, конечно, но это было в прошлом. Не надо жить в прошлом. Тебе необходимо и нужно жить в будущем. Наверное, ты прав. Ну, пойдем. Возьмем попкорна, посмотрим. Нет, Вадик, спасибо. Ты прости, я такая зануда. Да никакая ты не зануда. Ты просто очень серьезный человек. И всегда им была. И всегда мне этим нравилось. Да. Ты мне не говорил. Ну. Правильно делал. Привет. Привет, как дела? Чего молчишь? Ну, говори же. Ты хороший. На белом коне? На мотоцикле. Вот видишь, в жизни всегда есть место счастью. А в вашей? Моей, но уже было. Надежда Сергеевна, ну вы обязательно кого-нибудь встретите. Обещаешь? Ну, конечно, обещаю. Главное только начать. А давайте я вам игру предложу. Какую? Выбор жениха. Я предлагаю вам жениха, а вы говорите, нравится он вам или нет. Ну, давай. Будем играть, да? Значит так. 42 года. Профессор. Архитектор. Налицо вылитый Джордж Клуни. В разводе. Постоянно ездит в командировки, в депрессии. По командировкам это плохо. Завяжет. С этим не завязывают. Ну, а зовут как? А зовут? Ну, допустим, Арсений Петрович. Ах, Арсений Петрович. Мой сосед. Сваться меня вздумала. Я бестактная, да? Да нет. Я понимаю, ты хочешь как лучше. Ну, просто вы одна, я подумала. Ну, понимаю, что ты подумала. Нет, ну вы же сами говорили, что женщина не должна быть слишком деловой. А что, я раз деловая? Вот, сижу в библиотеке, книжки читаю. От себя в библиотеку. Не убежишь. Это точно. Я надеюсь, что ты все-таки вернешься на работу. Почему? Ну как почему, Надюш? Спасибо.
потому что ты. Ты, только ты придумал этот бизнес. Ты его развила. Мы в этой ситуации без тебя можем его только лишь поддерживать. Но для того, чтобы расширяться, нужна ты. Вадик, зачем тебе расширяться? Ну это же бизнес. Ты все время говоришь о том, что мне не надо возвращаться в прошлое. А сам меня все время туда возвращаешь. Ну хорошо, ответь мне только на один вопрос. Вот тебе самой что нужно? Извини. Пожалуйста. Алло, да, здравствуйте. Могу сегодня. Да, я буду через полчаса. Да, договорились. Прости, Сережин сын. Кто? Ну, в смысле, Иван Васильевич. Какой Иван Васильевич? Помнишь, на годовщине мне рассказывали, что Леночка родила ребенка от Сережи и оставила его маме, своей маме. Она оказалась пьющая. Ну, отец Леночки забрал ребенка. Иван Васильевич. Понимаешь? Да. Да и с ребенком сидит соседка, она не всегда может. Я иногда помогаю. А сейчас ему как раз надо на работу. Кому? Ивану Васильевичу. Ты меня отвезешь? А у меня есть выбор? Нет. Посчитайте нас, пожалуйста. Спасибо. Тебе спасибо за прекрасный вечер. Прости, что я тебе его испортила. Ерунда. Я надеюсь, в нашей жизни не последний. Здравствуйте. О, вы пришли. Мне правда очень неудобно. Но я постараюсь в ближайшее время обязательно найти няню с ночевкой. Что вы говорите? Представляете, что такое чужая тетка с ребенком? Иди. Мне трудно посидеть с Сережей, да? Да, ну это даже странно как-то. Странно слышать. У вас же есть своя жизнь. Ну вот ничего, распоряжайся я так, как хочу. Ну вы, похоже, уже распоряжаетесь и моей. Да. Я думаю о ребенке. Вы понимаете, как ему без родителей? У кого это? Я детдомовский. Все. Всего доброго. Доброе утро. Доброе утро. Да? Как работа? Пьем? Нормально. Очередную кошку с дерева сняли. Кошку? Я сейчас чай согрею. Посиди, Сереж. Ну, как вы тут? Не обижала? А в армии вы чем занимались? Да так, по хозяйственной части. А у меня дедушка, он тоже офицер, вот, и, в общем, всю войну прошел.
Знаете, что подумала? Вы очень правильно сказали про няню. Я готова устроиться к вам на работу. Да ладно. Откуда у меня такие деньги, чтобы вам платить? Да вы знаете, сколько получает библиотекарь? Я буду брать с вас столько же. Потом мне даже выгоден этот график работы. Могу работать у вас ночью. Послушайте, ну, меня ж не всегда вызывают по ночам. Значит, мне еще выгоднее. По-моему, очень хороший бизнес. Знаете, я вот никак не пойму. Красивая женщина, молодая, ухажеры есть. Бизнес бросили. Что, не знаете, чем себе занять? Просто, Сережа, единственное, что у меня осталось. Вот так. Ну, Надюша, тебя в такие крайности бросает. Директор, библиотекарь, няня. А как отец-одиночка? Настоящий полковник? Ну, орел? Глаз на тебя положу. Сапог, он есть сапог. Я там из-за ребенка. Ойли. А мне он симпатичен. Характер у него кирзовый. Только бы Сережка не в него пошел. Вот он, что-то он вам симпатичен. Вы даже не видели его ни разу. Ну, человек ребенка на себя взвалил. Ну, ответственный мужчина. Вот поэтому симпатичен. Да этот ответственный даже внимание на меня обращает. Ну, может, он тебя боится? Боится, значит, не орел. Чего меня бояться? Ну, сама говорила, ты же его уволила. Ну, допустим, не прям вот я его уволила. Хотя он и тогда не испугался. Ну, а сейчас-то чего? Ой, Надежда, мне кажется, что ты сама не знаешь, чего ты хочешь. Тетя Вера, главное ведь не в том, чего я хочу. Все дело в том, что я могу. Надюша, вот если ты захочешь, все у тебя получится. Надюш. Привет, Вадик. Привет. Ты что здесь? Ну как, что, тебя стою, жду. Звоню тебе на телефон. Ты не отвечаешь. А, я, наверное, телефон забыла дома. Молодец. Кому цветы? А, тебе. Спасибо, неожиданно. Не за что. Я вот что пришел-то. Константин опять хочет выкупить компанию, и ты знаешь, он мне сейчас сделал предложение, от которого лучше не отказываться, ну, мне так кажется. Но Вадик, ты знаешь что, проработай этот вопрос сама. Ну, подожди, но я же... Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Я побегу. Спасибо. Спасибо за цветы. Вечно такой вид, как будто вы собираетесь отразить вражеское нападение. Я? Ну, не я же. Вы когда-нибудь улыбаетесь? Вы хоть бы что-нибудь рассказали мне о себе. О чем вы думаете? Чем дышите? Так хватит! Послушайте, вы сапог. Вы как разговариваете с женщиной? Вы, между прочим, няня. А няня что, не женщина? Послушайте, что с вами происходит? А что со мной? Что, лучшая защита нападения, так что ли? Ты же говорила, вы не можете мыслить в штатских терминах. Интересно, чувствовать тоже?
чувствует не в терме. Тогда почему я должна защищаться? Я что, провинилась перед вами в чем-то? Нет. Нет? Нет. Нет. Тогда почему я должна дарить вам цветы, а не вы мне? Умеете вы своей женской логике как-то это все вывернуть наизнанку? Мужчины вспоминают о женской логике, когда своей не могут воспользоваться. Да вы... Да, что, кто? Мне спасибо. Привет. Привет. Кто пришел? Это Сережа, да? Сережа. Сережа. Здравствуйте. Это мое рабочее место. Здравствуйте. Извините. Спасибо тебе. Она очень хорошая девочка. А это очень хороший мальчик. А это кому? Вот такой хороший. А это кому? Снимаю. Тебе с первым рабочим днем. Спасибо. Вот какой. Ух. Ну? Давай ко мне. Ух, вы ко мне, ко мне, ко мне. Ну что, пошли, пошли чай пить. Что мы? Пойдем. Давай. Сережа. Пойдем пить чай. Сережа. А как школа? Только четверки и только пятерки. Надя. Надюх. Привет. Привет. Чё-то не на работе. Так я это подготовил отчетный доклад. А, Константину, где бумаги? Ты знаешь, у меня немного другие материалы. Я вот. Что это? А, это. Надь. Выходи за меня замуж. Вадик, как замуж? Ну так, замуж. Послушай, я понимаю, что это сейчас, ну, на улице и выглядит, может быть, сумбурно как-то, но ты же прекрасно знаешь мое отношение к тебе. Я думаю, что это не секрет для тебя. Я никогда не мог переступить эту черту с вашими отношениями с Сережей, но... Надь, в общем, я очень долго ждал. И... Вадик, это так все неожиданно. Я, честно, я не знаю, что тебе сказать. Просто я не готова. Я сейчас не готова к этому, прости. Надюш, послушай, ну ты же не собираешься всю жизнь свою просидеть в библиотеке и воспитывать чужого ребенка. Он не чужой. Прости, я имел в виду, что, ну, ты молодая, красивая женщина. У тебя со мной всю жизнь еще будет хорошо. Пожалуйста, и ты не надо. Детей. Ну, пожалуйста, я, Надь, прошу тебя. Но мы с тобой могли бы очень много вместе всего добиться. Ты понимаешь, я не хочу больше ничего добиваться. Хорошо, я сам все добьюсь и сам все для тебя сделаю. Надь, пожалуйста, обещай мне, что ты подумаешь. А я буду ждать столько, сколько надо, Надь. Здравствуйте. Что с ним? Он жив. Здравствуйте. Скажите, а Прилуков в какой палате? Четвертый. А вы его жена? Да. Слава богу, нет. Он с соседкой. А вот ты знаешь, как ты меня напугал? Она разве уже на ты? А как насчет выпить на брудершафт?
меня нашла? Ну, во-первых, ты мужчина. Я с тобой ничего не боюсь. Ну, и мне потом нравится, что ты такой зануда. Так, отставить зануда. Пошли. Пошли. Куда ты собираешься? Переезжаю. Обратно? К любимому. Ничего себе новость. И кто у нас любимый? Дедушка Сережиного сына. Дедушка чей дедушка? Ну, папа нашей Леночки. Вот это да! Ну, где? Что? Почему? Как? Я не могу ничего рассказывать, я вообще стесняюсь. Боюсь глазить. Вот переедем, пригласим гостя. Ты мне лучше расскажи, чего у тебя. Ты лучше присядь тогда, Сонь. Ты знала, что Вадим продал фирму Константину? Нет, я просила проработать его эту тему. Ты ему генеральную доверенность давала? Давала. Вообще мог от моего имени все что угодно делать. Вот он и сделал. Ты знаешь, куда деньги ушли? В офшор. Он их украл, пока я брала больничный. Ну, ты знаешь, что он мне предложение сделал? Руки и сердце. Да ты что? Колечко хотел подарить. Потрясающе. Своих не узнаешь? Простите, Надежда Сергеевна. Ваш пропуск аннулирован, пускать не велено. Я человек маленький, простите. Основание, выданное вами доверенности. Ты всегда был честным человеком. Мы были лучшими друзьями, а ты нас предал. Меня, Соню, память Сережи. Честным человеком? А что такое честный человек? Или, может быть, ты была честным человеком, когда я... Ты ведь просто использовала меня, да, Надь? Ну, как мальчика на побегушках. Вадим, да ты вспомни. Ты пришел из экспедитора за полгода, стал зам генерального директора. Совершенно верно, я это заработал. Заработал. Открою тебе тайну. В этой фирме вообще работало два человека. Ты да я. Ты заслужил большего. Заслуживал и заслуживаю. Ну, я все поняла. Ты переживаешь, что не смог оказаться в моей постели? Завистливая, мстительная баба. Бабу, Надюша, ты в зеркале увидишь. А вот сюда приходить больше не надо. Давай, давай-ка, давай, чеши отсюда. Ну, руки взял, я тебе захожу. Уберите его сюда! Спокойно, спокойно!
Вань, бежим. Никогда еще ни от кого не бегал. Я вам повторяю. Он меня ударил, я хочу подать заявление. Женщина, все свидетели в один голос утверждают, что ваш друг избил 4 людей, 2 из которых сотрудники полиции. На них не написано, что они сотрудники полиции, они охранники. Лучше вызовите адвоката. Заявление вы подать всегда успеете. Товарищ подполковник, во время моего дежурства происшествия не случилось. Дежурный по делению капитан Кононов. Где Прилуков? Что-то вы долго, товарищ генерал. Кретин, я тебе сколько раз говорил, выясняй, с кем связываешься. Он же герой России, спецназ. А на нем что, написано, что ли? А ты видел, как он твоих ребят вырубил? Ты видел? Охранники, твою мать. Вадим Петрович, мы из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Ты? Здравствуй, папа. Здравствуй. Можно? Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Здравствуй. Я пришла насчет Сережи. Не выйду, чай поставлю. Можно мне пройти? Проходи. Контракт у меня на 2 года. Вы же понимаете, что такое пожить в цивилизованной стране? Да и с Гюнтером у нас, к счастью, все на мази. Но есть проблема. Гюнтер не любит детей. Я была бы вам очень благодарна, если бы Сережа остался с вами. Ну что здесь говорить, конечно. Подожди, подожди. Не все так просто. Ты еще долго собираешься скакать по жизни? Мальчику нужна стабильность. В общем, так. Хочешь оставить Сережку у нас? Оформляй документы на его усыновление. Ему скоро в садик нужно идти, между прочим. Я всегда знала, что ты самый лучший. Я всю жизнь буду тебе благодарна. Я даже не знала, как об этом заговорить. Документы я уже подготовила. Что? Ну что, Надежда, готова ты теперь в монастырь пойти? Нет, батюшка. Что же так? Я в миру еще свои дела не сделала. Ну, храни тебя Господь. Спасибо, батюшка. Добрый вечер, Надя. Привет, Костя. Присядь. Добрый день. Ваш кофе. Спасибо. Слышала, тебя можно поздравить. Ну да. Твой Вадим оказался не только подлым, но еще и глупым человеком. Почему? Не знаю. Может, родился таким. В общем, он мне больше не нужен. И что с ним? Сидит под следствием.
Я его наказал. То есть ты его отжал и слил? Можно и так сказать. А меня зачем пригласил? Я человек зацикленный. Хочу тебе предложить то же, что и раньше. Зачем? Ты же все получил. Надь, если мы будем работать вместе, та часть бизнеса, которая твоя, она останется за тобой. А у меня теперь другой бизнес. Какой? Муж и ребенок. Я вот что думаю, Надь. Один ребенок в семье всегда вырастает эгоистом. Надо бы второго. Я еще не решила. Отставить разговор.